Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы продолжим подрывать, сжигать, уничтожать, гриферить различные постройки различных персонажей в Майнкрафте. И да, ребята, всем привет, и эта серия выходит только благодаря вам, благодаря вашим лайкам, так что спасибо. Да, влепите огромный палец вверх прямо сейчас, ну не поленитесь, прямо сейчас, влепите, вот даем 3 секунды. Сейчас, Жек, молчи, 3 секунды идут, чтобы лайк влепить. Подожди, 1, влепили? Ну молодцы, если нет, то влепите прямо сейчас на наши видосики, набираем 15 тысяч лайков и сразу же выходит следующая серия. А кого нам сжигать в следующей серии, ребят, вы можете предлагать в комментариях. Мы читаем все комментарии, да, Евгений? Да, это правда. Поэтому погнали. Ну а сегодня, Эдисон, мы будем с тобой поджигать Алису в стране чудес, да? Но тут не только Алиса в стране чудес, иди сюда. Тут нажми на вот это лицо, чтобы посмотреть. Не хочу. Вот смотрите, тут еще чеширский кот, и тут еще шляпник есть. Так что идеально. Мы всех сегодня будем сжигать, понимаешь? Я предлагаю начать с кота. Да, идеально. С кота, сжигаем кота. Подожди, нужно класс выбрать. А-а-а, там еще и класс есть, я и забыл. Знаешь, кем я буду? Я не знаю, даже кем я буду. Я чеширским котом. Нет, не хочу я чеширским. Я буду королевой этих червей, короче. Давай, пойдем. А что так медленно все? А что ты сделал? А что у меня башка, как у меня, не знаю, у кого? Я буду Алисой! Алисой буду! Понимаешь? Хорошо, давай, все. Нет, ты давай не ты пехай, если ты умираешь, все, ты умираешь. Ну хорошо, ну хорошо. Так, начинаем с кота, да? Вот. Да, все, поехали. Я из-за твоей башки них. Я предлагаю зарестарить, потому что я из-за твоей башки ничего не вижу. Ты можешь тпшнуться просто. Так, хорошо, давай. Так, все, побежали. Подожди. А что, уже все поджигается или не поджигается? Я не знаю, да вряд ли на самом деле. А что я тут собираю? Волка, я его сейчас приручу. Все, у меня есть волк, Эдисон. У тебя есть волк? Если тронешь моего волка, он тебя откусит, понимаешь, что-нибудь? Откусит бачок мне откусит. Да. Что за хрень я собираю, не могу понять. Я тоже не знаю, что я собираю. А у тебя есть лаки-блок или нет? Нет, у меня пока что нет лаки-блоков. А это не лаки-блок, ты просто, да, какие-то ингредиенты собираешь? Там яблоко и прочая фигня. Да. А, я чуть опять не грохнулся! Так, хорошо. Главное, не падай. А подожди, а что-то вообще будет мне сжигаться или нет? Я не знаю, Жека, я не знаю. Мне кажется, нужно чуть повыше залезть или нет. Ты шо? Это твой волк! Я думал, он просто тут бегает! То есть... Ты на моего волка, значит, да? Я думал, он меня атаковать сейчас будет, кто его знает? Так, Жека. Он тебя будет атаковать, если я ему скажу. Не надо. Так, я не понимаю, будет ли тут у нас что-то гореть. Почему нифига не взрывается, да, и почему нет никаких предметов? А вон, она наверху капает. Капает, то сейчас все, жопа нам будет, или нет? Не, она как бы капает, но она как бы не... Я пошутил. Уже все началось, Эдисон. А что этот кот такой мелкий? Я не знаю, ну потому что он кот! Надо было в шляпника идти. Так, это чеширский кот, понимаешь? Жирный. Жека, держи. Держи. Съешь, скушай это. Все, я кушаю. Опа! Держи еще один. Я сейчас в лаву тпш, но тебе спасибо. Не надо в лаву. А почему ничего здесь нету, кроме этих сраных фруктов? А нет, подожди, у меня есть какой-то поушен, шринг поушен. Что он делает? Кого у тебя шринг поушен? Жека! Ты что делаешь, дебил? Башка стала маленькая. Идеально, смотри, у меня огромная, у меня маленькая. Так, хорошо. У меня скорость нереальная. Знаешь, я очень умный, да? Да. Ну, ты сам решил, кто ты. Нет. Либо просто 47-я хромосома наружу выходит, понимаешь? Понимаю! У меня собака загорела! Уйди отсюда, не надо передо мной ходить, я ничего не вижу. А, тут как бы везде жопа. А что у тебя в руках? У тебя какая-то лава, что это? Где у меня в руках? Да уйди ты отсюда, я ничего не вижу, я еще раз повторяю! В другую сторону! Да иди ты в сраку! Ничего вообще, ни хрена, у меня просто красное пятно на весь экран, понимаешь, из-за тебя. Ну я ничего виноват, что я такой большоголовый. Большоголовый. Так, Жека, мне кажется, нам тут нормально будет. Вот мы тут будем стоять. У тебя что же в руке? В руке что у тебя? Что у меня в руке? А в TNT еще, да, у тебя? А это что?
Это меч у меня. Не, подожди, а вот еще до этого. Это вот, а вот это, я да. Яблочки у меня. Да ты можешь уйти, Жека! Это какой-то супчик, ну ладно. А, не надо! Убери это, убери! Фу-фу-фу, гадость! Давай лучше какое-нибудь другое место... Да не надо меня бить, давай какое-нибудь сюда поставим. Да хватит меня бить, сам ко мне идешь. Ешь, ешь! Ешь! Ешь суп! Точнее, яблоки. Эдисон, у меня большие проблемы! Да большие проблемы, мать вашу! Ааа, я упал! Мы упали! Я не люблю этого чижирского кота, слишком какая-то маленькая, маленькая постройка. Вот именно. Шляпник, а подожди, давай классы поменяем? Ну, смотри, у меня просто голова такая, я проверяю. Как? Что-то я не понимаю. Пойдем. Хорошо, пошли, а я буду с мечом, я Алиса, Жека, я Алиса с маленьким пашкой. Я прыгаю. Так, давай. Идем. Шляпник. Опа, опа. Блин, у меня опять только голова, что такое? Как это так происходит? Я уже упал, я уже успел упасть. Так, хорошо, Евгений, хорошо. Так, я лучше бы. А ну подожди, лава же сверху, да, польется? Нет, она снизу вроде начинает. Да? Да. Поэтому давай быстренько забираем лаки-блоки. И давай. уходим. Я почему-то вообще нифига здесь найти не могу, ни лаки-блоков, ни... Ваш П просто ничего. Я так же. Вообще нифига не вижу. Тут вроде не лаки-блоки на этот раз, а просто обычные предметы, которые валяются на земле, мне так кажется. Ну, может быть, это... Плохая ли Страна Чудес, плохая. Плохая. По-моему, все-таки сверху лава польется. По-моему, все-таки сверху, потому что я уже вижу, как она капает. Это что у тебя там произошло? Нет, я просто решил проэкспериментировать, что это за кристалл такой, знаешь, который стоит посередине карты, такой плохой кристалл, плохой кристалл, да. А, хорошо. Так, там тинчи наверх. В смысле, какое перо? Вот пирог. Перо? Пирог. А что это лицо такое страшное, смотрите. Я не знаю, я смотри, я вижу, теперь я нормальный, да? Да. А у тебя я как-то это рандомно меняется, я вообще не знаю. Ты чьи? А не, я понял, я должен в руку брать эту штуку, все, смотри, опять лицо. Опять лицо. Ты опять лицо? И наше рука лицо. Лицом. Опа, так. Опять пирог. Лава везде. Лава, поэтому убегаем, Евгений. Валим отсюда, валим. Убегаем. Не надо, я понял, что спаунпоинт там, что такое, но не надо. Какой спаунпоинт? Вниз упал Эдисон. Да я тоже падаю, ты подожди. А может нам нужно в самый низ? Ну как бы да. Нам туда очень нужно. Так, если вот ты правильно так стоишь, вот правильно стой. Хорошо. Пау. Жека, я выбраться не могу. Все, тихо. Жека, ты дебил. Если тебе помогу, я спасу. Сломаю. Нет, вот это ломай. Конечно, хотела спасти, кого ты обманываешь. На ковальне не горят, понимаешь, я тебе просто хотел спасти. Горю, мать вашу! Хорошо, все, не будем биться. Жека, мне кажется, мы тут в безопасности на самом деле. Хотя, хрен его знает, безопасности мы или не безопасности. Я буду сидеть на лестнице. На лестнице? Нормально? Хорошо. Сиди на лестнице. А ты где вообще? Нет, что-то нифига это не помогает. Что-то не нравится, да, тебе на лестнице сидеть. Но, Жека, мы выживем, мы должны выжить вот тут. Мы прям очень хорошо. Должны выжить. Мне пока тут нормально. Подожди, смотри, вот потолок он же не горит, да? Мы можем так вот... Что ты делаешь? Ой, как пошло-поехало, нормально. Меня лава окружила, в смысле, Петрок не горит, Петрок, все горит, и Петрок тоже горит. Телепортируйся, я еще жив. Я стою, смотри, опа, видишь? Петрок тоже горит, как бы. Да, но мы в безопасности, а что там? Там лестница какая-то. А тут можно лестницу поставить? Нет, тут нельзя лестницу поставить. Эйсон, там сверху... Жека, держи. Так, давай, ты кушай первым. Держи. Девушки вперед, как бы, понимаешь? Я не девушка. А я просто мару. Подожди, где? Я нажал на F5, обосрался. Обосрался то, что я в лаве, да? Так, Жека. Все хорошо, Эйсон, все хорошо. Съел? Да. Я тоже съел. Ну, видимо, нам некуда телепортироваться. Сейчас найдем. Подожди, держи. Давай. Опа, и полетели. Куда? Точнее, никуда не летит. Опа. Да, я тебя подтолкну.
Давай, толкай меня, толкай меня. Нет, не так, толкай меня, не так. Вверх, вверх нужно толкать, Джек, я не знаю, что делать. Толкай меня вверх, толкай меня вверх. Нет, только не в лаву, только не в лаву. Да где ты? Дебил, скажи, уже не в лаву. Я же тебя вверх, вверх это не в лаву. Так вверх я толкал, ты просто отлетел немного в сторону, немного вперед и немного налево. Вот спасибо тебе, спасибо. Так, я предлагаю, в принципе, уже уйти, потому что мы, можно сказать, прошли эту карту. Мы прошли. Да, нам осталось только Алису сжечь. А сейчас Алиса идет в Алису. Подожди, 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 подожди. Класс, класс, меняем. Класс, я буду шляпником. Класс, класс. Ты будешь шляпником, а я буду... Тогда я опять буду Алисой. Посрать. Хорошо, хорошо, пойдем. Поменялось, что-то поменялось. Так, идем в Алису. Жек, ой, как страшно-то сразу стало. Так, хорошо. Ой, подожди, у меня такой вопрос. Реально, а чего на этой карте вообще нету никаких лаги-блоков, а что-то еще? Не, ну тут просто обычные блоки валяются, как я понял, и все. У меня тут небольшая такая проблемка. Такая небольшая проблемка, я куда-то упал. Не надо, не надо, не надо вот этого, пожалуйста, не надо. Прыгай, прыгай. Так, хорошо, забираемся обратно, сюда. Так, я нашел эти только фрукты и все, больше тут ничего нету. Больше тут нифига нету, понимаешь? Нифига. А ты где? А вот стой там, правильно. Жека! Вот так тебе, так тебе, так тебе. Чё за дичь? Чё такое? Что происходит, Алиса? Что у тебя там происходит? Что-то я нихрена не могу понять, что эти проклятые драконы делают. А, вот, нет. Чё за хрень? Выпустите меня отсюда! Меня тоже отталкивает, я не знаю, как будто бы ветром сдувает. Так, я вообще нихрена не понимаю, что же. Хорошо, я рипнусь. Я не могу понять, что меня такое, меня отталкивает просто, знаешь, в сторону, и все. Я вообще не знаю, я в ловушке. Я в ловушке, зачем, я просто в ловушке. А зачем я к тебе ты пэхнулся? Ты где? Подожди. Мы выбираемся. Так заколебался, я падать уже! Выбираемся! Куда выбираемся? Куда выбираемся? Я опять умер! Опа! Я куда телепортировался! Нет! Я телепортировался в лаву! Я дебил! Ты дебил. Так, хорошо, умер. Живем. Ты жив еще? Живем. Да, я жив, я еще жив, да. Я еще жив. Забирайся выше. Куда выше, куда выше? Вот тут сюда, вот сюда. Выше. Так. Жека, живем. Лестницы, блоки, что-нибудь есть? Есть! Башка дракона! Ты что съел этот сраный фрукт? Так, хорошо. Башка дракона есть, повыше. Ты же на меня столкнул, дебил! Я башку дракона поставил. Ты меня заколебал, я уже заколебался умирать, Жека. Я не знаю, я тоже заколебался, не знаю, что делать. Мы с тобой в ловушке. В смысле? Ты как там? Все хорошо? Я нормально. Я тут стою на башке дракона, и мне хорошо. Да, тебе тоже нормально, мне тоже нормально. Опа, смотри, что я получил. Смотри. Что это факел? Факел. Это факел. Круто. Это факел. Держи фрукты, поешь фруктиков. Давай, тпхаемся. Алло, что не тпхается, Жека, не тпхается. Иди сюда! Дай шляпу. Спасибо. Я его одеть могу. Нет. Опа! А что у тебя башки нет? А вот там сосадник без головы, поймай. Я ее обратно одеть не могу. Все. Я больше не знаю, что делать. Жека. А что ты реально без башки? Ты что такое? Тебе такая Алиса не нравится? Не нравится тебе такая Алиса без башки? А ты посмотри повыше. Я эпично просто... Как Титаник знает! Так, хорошо, Жека, я, в принципе, победил, да, можно сказать? Да нет. Я могу стоять. Так. Лови меня, Жека, лови! Давай! Пролетел чуть мимо! Так, подожди. Сейчас все будет. Лови меня, Жека, лови. Ловлю. Так, давай. Хайп полетел, ловлю хайп, давай. Опа. Да опять мимо! Опять мимо! Паскуда! Так, все, хватит этой наркомании, я предлагаю на этом уже закончить. Ваши Алисы, не Алисы.
Мне кажется, реально нужно уже это заканчивать безумие. Да, мне кажется, можно заканчивать, поэтому, ребята, ставьте огромные пальцы вверх. Огромные пальцы вверх. Спасибо. Огромные пальцы вверх ставьте на оба наших видоса. Если наберем по 15 лайков, то сразу же выйдет продолжение. Мы вам обещаем. А за Алису нужно поставить два прям огромные пальцы вверх, еще и подписаться на канал. Да, если вы уже все это сделали, то нужно подписаться на наши инстаграмы, потому что там можно посмотреть наши самые замечательные фоточки. Да, все есть в описании. Да, ребят, спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока.